Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! Сегодня у нас последнее воскресенье перед православной Пасхой. Сегодня верное воскресенье. Весь православный мир празднует сегодняшний день, сегодняшнее верное воскресенье. Нужно сказать, что перед католической Пасхой не бывает верного воскресения, бывает пальмовое воскресение или пальман зонтак. Ну, видимо, потому что в северных районах нашей земли не бывает пальм, поэтому и появилось верное воскресение. Не могу объяснить, почему и как. Ну, это так. Ну, а так как это большой праздник в православном мире, то и работать в этот день не положено. Нужно праздновать. Вот я и приглашаю вас попраздновать вместе со мной. Thank you.
Воскресное утро. И смотрите, сколько народу в воскресное утро. Вот столько народу, и каждый что-то покупает. Конечно, цветы украшают нашу жизнь всегда. И на все праздники, и на дни рождения, и на похороны, и в другие торжественные дни. Я считаю, что цветы — это то, на что можно смотреть всегда. Всем вам пока-пока. И до новых волнующих встреч. На канале Север — это моя судьба. Не забывайте поставить лайк, подписаться на мой канал. Пишите ваши замечательные комментарии, я на них всегда отвечу. И огромное спасибо всем моим подписчикам. Подписчикам нас на канале 71 тысяча. Я очень-очень рада. Спасибо вам.